1, 2, 3. Привет всем, меня зовут Руслан Потеев, я центровой баскетбольного клуба «Химки». И наша команда решила сделать небольшую акцию для всех школ, выдать вот такой вот ростомер для того, чтобы дети могли просто помериться ростом. На этой картине, как видите, наш капитан Сергей Моня. Я думаю, многие бы в школе хотели бы, не знаю, померить, наверное, ростом, ну, вышли они или ниже это нашего капитана. Так что мы сейчас пойдем в одну школу и посмотрим, как все получится у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Руслан Потеев. Я центровой баскетбольный клуб «Химки». Я сегодня принес для вас вот такой вот ростомер. Это наш капитан Сергей Моня. Я думаю, наверное, как вы все знаете. Ну что, пойдем мериться. Начнем с самых маленьких и по росту пойдем выше. Так что начнем с тебя. Пойдем посмотрим, какого роста ты у нас. Ну, как видно, у нас с волосами около 1,20 м. А если нет, то чуть выше 1,10 м. Спасибо большое. Не бойся, давай. Я тебя просто подниму и все. Смотри. Готов? 1, 2, 3. Оба. И как видно. И кинешь, чтобы таким высоким был бы. На всех смотрел с высока. Следующий пойдем по росту. Так, это у нас уже чуть повыше категория пошла. 147, наверное, где-то так на глаз. А вот у нас уже выше 150. Где-то получается так же. 1,58 м, наверное, 1,57 м. А ты бы кем хотел бы быть, играть в баскетбол? На какой позиции? Нападающим? Ну, нападающим осталось всем чуть-чуть, и уже можно играть. Человек-прическа. С причесочкой, конечно, можно было чуть побольше, но так 1,60 м, я думаю, нормально. Ты бы играл в баскетбол бы, нет? Да? Кем? Кем бы хотел бы играть? Очки забывать. Ну, разыгрывающим, наверное, так же играл бы. Но теперь пошли старшеклассники, да, как я понимаю? Да. Девятый? Ну, тоже старший класс уже считается. Девятый класс уже под 1,80 м. 1,80 м – это неплохой рост. В десятых тоже, да, уже самое? Шире растем. Играешь в баскетбол? Да, играю. В какой позиции играешь? Защита. В защите играешь? Любишь в защите? Правильно. Самое главное – защищаться. А есть кому забить. Я остался самый высокий, как понимаю, да? Самый высокий в школе? Нет, здесь выше. Есть выше в школе? 1,94 м, наверное, 1,95 м, я угадал. Это уже можно прям в команду к нам идти. Ну, смотри, сегодня у нас прошел хороший день, мы посмотрели, кто у кого какой рост. И я зайду к вам, наверное, через месяц или через два. Посмотрим, выросли вы или нет. Может быть, вы будете готовы уже играть. Хорошо. А блок растишки можно в качестве, так сказать, помощи? Дадим два. На заднем плане, как видите, у нас есть уже проводят. Наш тренер определенные уроки по баскетболу, так что я думаю, если подготовиться, то можно и уже в команду прям будет. Вылезаю. Я думаю, для молодежи, если бы в каждой школе был по игроку, по ростомеру такому, с нашими российскими игроками, там, не только как бы из «Химок», но и из разных команд, то это была большая мотивация для них ходить как бы на матчи, смотреть, увлекаться спортом, потому что, мне кажется, немногие сейчас, они как бы знают, но они не ходят, как бы не поддерживают команду, вот как на трибуны ходить. Для них, мне кажется, была бы большая мотивация. Ну, когда растешь, ты видишь то, что где есть прогресс, и ты замечаешь, что растешь, все время хочется быть выше и выше, особенно, мне кажется, для мальчиков, потому что никто не любит быть маленьким. Только «Химки», только победа.